задачи, они всегда ясны, отработать максимально. В первую очередь я сама себе какие-то задачи ставила. И... Ну, в отношении стрельбы, пусть, конечно, я не без помарок, но, в принципе, отработала 100% на стрельбу. Отложила выстрел только из-за того, что задыхаться начала. Ну, в целом, как бы, то, что требовалось по стрельбе, получилось. Ходом, в целом, наверное, теоретически, если бы я расположила силы по дистанции по-другому, отставание было бы, может быть, и меньше. Но... состояние, как оцениваешь? Я сейчас заговорю просто. Сама себя не слышу. Еще раз повторюсь, что первый, второй круг шла не своим темпом. Более был высокий темп для меня. И из-за этого, как бы, ну, уже на финиш... просто на зубах доходило. Если бы была возможность расположить силу, да, по-другому, было бы немножечко отставание, могло быть секунд на 10 на финише, но со старта пошли как бы очень быстро девочки. Как теперь к индивидуальной гонке будешь готовиться? Еще раз. К индивидуальной гонке как будешь готовиться вот эти дни? Я уже целый месяц с ней готовлюсь. Сейчас ничего нового придумывать не будем. А насколько здесь сложное стрельбище вообще? Стрельбище, как бы, для меня такие рубежи в целом, они более оптимальные, когда более тяжелый подход, потому что я стреляю на высоких пульсах, но здесь все равно всегда очень сложно совладать с дыханием, и солнце... меняется в течение гонки. Солнце, если висит, оно как бы заходит с одной стороны в другую, опасно смещение может быть относительно первого и последнего этапов. Ты здесь дважды была четвертой. Вдохновляют тебя те воспоминания о тех гонках? Вдохновляют, наверное, больше те результаты, когда ты что-то достойное показываешь. Но в целом это были мои самые первые такие, да, более-менее приличные результаты. И сейчас я для себя нахожу их больше какими-то, ну, так скажем, поучительными, потому что на тех гонках я на этой трассе получила много опыта в отношении того, там, где стоит добавить, где не стоит вообще додергаться, как подходить на рубеж. На этом стрельбище стоя я стреляю вообще по-особенному, ни на одном стрельбище я больше так не стреляю, как здесь я стойку стреляю, в плане ритма дыхания. Поэтому, как бы, те гонки меня научили многому, но они не вдохновляют, они просто научили.